Всем привет! В новом видео я делаю обзор отбойного молотка электрического Makita. Вот такой вот отбойный молоток, внушительных размеров. Ну, теперь посмотрим, что он может. Вот, собственно говоря, вот эту вот часть разобрали за какие-то 15-20 минут с помощью вот этого молотка. Конечно, бетон тут не весь какой, но разбивается. Если действовать обычным перфоратором, будет весьма тяжелее и сложнее. Вот. А теперь расскажу про характеристики самого отбойника. Получается, Makita, модель HM1202C. Производство он в Японии. Куплен был в 2008 году. 1450 ватт. От 950 до 1900 оборотов в минуту. Сам отбойник. Из удобств тут есть вот такая вот ручка. Она поворотная. Сейчас повернули. Можно делать под углом. Кому как удобно. Кнопка включения. Ну, с обратной стороны кнопка выключения. Также можно регулировать обороты. Вот здесь вот вращающееся есть колесо. Также у этого отбойника достаточной длины шнур. Метра, наверное, 3-4. Вот такая вот штука. На этом все. Спасибо за внимание. Смотрите также другие новые обзоры на канале. Подписывайтесь на канал. Жмите лайк, если вам понравилось это видео. Все, всем пока.